Подарок к Новому году. В декабре здание новой школы в Немчиновке должны ввести в эксплуатацию. Сейчас строители занимаются облицовкой фасада и внутренними перегородками, устанавливают оконные блоки. Параллельно идет благоустройство территории. Ее спортивной части уделяют особое внимание. Внутренняя часть тоже будет в резиновом покрытии. В левой стороне, как мы стоим, будут расположены МАФы общей доступности. В правой стороне будет ограждено 3D-забором. Там баскетбольно-волейбольная площадка. Новому образовательному учреждению местные жители рады, но опасаются, справится ли с возросшей нагрузкой котельная. Руководитель проекта подрядной организации успокоил собравшихся. Резервы у объекта теплоснабжения есть. ЦТП, которое снабжает ваш дом теплом и горячей водой, мы тоже с этого ЦТП ничего не берем. У нас отдельная ветка идет, она проходит транзитом через ЦТП и идет от котельной прямая ветка, которая заходит в школу. Для электроснабжения образовательного учреждения запланировано строительство отдельной трансформаторной подстанции. Пиковые нагрузки у школы и жилых домов приходятся на разное время. Поэтому подключение к канализационным сетям нового объекта местные жители также не должны ощутить. Впрочем, поручение главы рассчитать в течение ближайшего времени стоимость строительства новой КНС для села Немчиновка остается в силе. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».